Друзья, всем привет! С вами снова Дмитрий, мой канал не американец. А смотрите, мы приехали на Stone Mountain. И тут такая красотища. Мы приехали вечером. Если вы не видели видео, когда мы ходили сюда днем, обязательно посмотрите. Ну вот, мы сегодня добрались сюда вечером, когда тут красиво. И у нас есть билеты, самое главное. Да. В прошлый раз нас не пустили. У нас не было билетов. Не было билетов. Вот, и они кончились. А сегодня вот мы смогли выбраться. Причем жена с детьми с дому, а я с работы. Смотрите, дают маску бесплатно. То есть просто приходишь и берешь маску. Не надо ни за что платить. Вот. И мы вот тут собрались и смогли таки встретиться. Так что, друзья, оставайтесь на канале. Будем вместе с вами сейчас гулять и смотреть на эту красоту. Погода на самом деле отличная. Тимошка даже оделся. Ну ничего себе. Ой, малютка, молодец. Так, смотрите. Вот я теперь, видите, как я по-зимнему-то выгляжу-то нормально. Вообще. Короче, заставили одеть намордники. Вот. Не знаю, сможем мы их снять в какой-то момент или нет. Ну, в общем, будем в намордниках, наверное, гулять. Да. В общем, сумасшедшее, конечно, сейчас время. А по той простой причине, что праздники. Я пытаюсь усерднейшим образом доделать комнату, которую мы делаем в Даунтауне. А если вы не подписаны на мой второй канал «Не строитель», подпишитесь, приглашаю. А будете, посмотрите, что мы там строим. Вот. И еще я и переболел до кучи. И, в общем, все это происходит в празднике. Ну, короче, это просто такой маскарад. Вот, много всего происходит. Ну, ничего. Зато вот выбрались чуть-чуть погулять. Это классно, я очень этому рад, несказанно рад. Потому что, конечно, такие денечки классные. Не так сильно холодно, на самом деле. То есть, ну, вот, не знаю, плюс 5, наверное, я думаю. Вот, сейчас вечером. Так что очень-очень даже хорошо. Какое сегодня число? 27. Да, сегодня 27 декабря, друзья, чтобы вы понимали. Вот это вход, собственно говоря, в парк вот у Stone Mountain. Вон, все sold out написано. Mountain Membership, все sold out. Вот так, все распродано, нету билетов. Вот такая вот проблема. Не знаю, что они стоят, наверное, на другие дни покупают. Ну вот, жена у меня сегодня купила. А, я понял. Вон, ей выдадут сейчас билеты. Собственно говоря, да, просто ей тут выдадут. Билет не дешевый, кстати, ну как, относительно, конечно, $35 для взрослого, а 30 для ребенка. На машину, вы видели, мы купили пасс, да, такой проездной, который на целый год. Вот, ну вот сейчас купили билеты. О, ничего себе, какие небольшие. Слушай, какие-то огромные билеты, вообще, они могли еще скатерть бы. Ну что, пойдем смотреть магический парк. Мы, кстати, здесь не были вот так, чтобы зимой и такие огни. Я вот не помню, что мы видели такое. Музыка играет, смотрите. Были, да? Может быть. Пойдемте, да? Это классно, то, что такие вот подсветки, фонари, фонарики. Красиво? Да, Тимоше тоже нравится. Ну, конечно, чтобы им понравилось. И видите, народу немного, потому что ограниченное количество билетов. Так, ага. Тут пускают только по определенным рисбендам. Ничего себе! Ох ты, на полу всякие тоже красивые. С ума сойди! О, снег типа они тут делают, смотрите! У-ху!
я так понимаю, может и нельзя. Ну, начало было классное. Ой, тут дым пускают. Ага, люди фотографируются. Смотрите, реально какой дым пускает. Тимош, смотри, какой дым. Ничего себе. Класс. Ой, Тимошка, не бойся, не бойся. Он-то самый это. Мы это выше, а он самый туман. Ой, впереди что-то интересное. О, на скале там что происходит? Друзья, там, по-моему, показывают... Вау, фейерверки. Только что был фейерверк. Там лазерное шоу. Слушай, так оно в определенное время только или как? Я не знаю, мы на тебя карте здесь. Так давай, может, бежим быстрее? Оно, наверное, друзья, там на стене лазерное шоу происходит. Естественно, вам ничего не видно, не знаю, как его повторяют, не повторяют. Ну, это круто. Здесь вам видно, это скала, то есть это они на скале делают. Там еще специально дым снизу пускают, чтобы с дымом лучше видно было. Ага. Рождество! Так, друзья, мы выяснили, через час 15 будет следующее шоу. Мы сможем посмотреть. А пока, смотрите, на большом экране показывают Polar Express. Мультик, не знаю, как он по-русски. Но красивый, хороший мультик. Друзья, мы бежим на станцию. Вау, тут как красиво. Мы бежим на станцию, чтобы покататься на этом поезде. Тут у нас станция. Мы сейчас стоим в очереди. Люди подтягиваются. Друзья, настоящий электропоезд. Ой, не электропоезд, а тепловоз. Вот смотрите, видите, очень ограниченное количество они сделали. То есть половину тут нельзя где-то сидеть. Закрыты вон на веревочке, видите? И еще пленки натянули. Короче, бардак, конечно, сделали. Ну, сделали, типа вот, чтобы им разрешили работать, иначе бы им работать не разрешили, если бы этого не было. Welcome everybody aboard the Rockland Railroad. How's everybody doing tonight? Welcome everybody aboard the Rockland Railroad.
сказать, без окошек-то холодно. Окошек нету. И жарко. Какое-то шоу. Now, normally my students would be out here with me, but they're inside decorating the Christmas tree. Hey, let me ask you all a question. Tree, and some as tiny as a snowflake, but they're all special. And I've got a gift for you tonight, too. So sit back, snuggle up next to somebody you love. Друзья, а сейчас мы пришли играть в гольф. Гольф с огнями, видите? Все светится тут. Очередь стоит. Да. Тут у них везде висят вот фиолетовые лампы. Они все подсвечивают и становится как бы интересно. А входит это в стоимость всего развлечения. Вот, можно просто вот прийти и играть, когда заплатил. Класс. Вообще, надо сказать, прикольно для детей. Вот они бьют, смотрите, мячик покатился, и вон он скатывается там дальше, и там разные препятствия есть. И он по этим препятствиям скатывается. На следующую дистанцию приходишь, просто идешь дальше. Вон, нужно в дом забить. Вон, забиваешь в домик, там, не знаю, не видно вам, наверное, а он с другой стороны выкатывается. Тимошка очень старается. Давай, 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 еще чуть-чуть. Вот, еще чуть-чуть. Молодец, как у тебя хорошо получается. Тимош прям получаться начинает. Хоккеистом скоро будет. О, попал! Молодец! Ура, 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 ура! Ага! Вот так мы радуемся, когда попали в лунку. Молодец он! Это так классно! Я люблю сейчас дома. Здесь магазинчик сувениров всяких. Зимних шапок, перчаток и так далее. А там впереди можно купить что-то покушать. А, тут все закрывается потихоньку. И туалет. Идем в туалет. Сделано здесь все прям красиво. Здесь тепло, стоят печки. И тут вот с этой стороны тоже. Воу! С этой стороны смотрите, как все украшено. Можно посидеть, покушать всякие магазинчики. Но сейчас они уже, наверное, я думаю, закрыты, потому что вечер. Поздно стало. Красиво. Ну, в общем, нам гольф очень понравился. Вот Тимоше понравился восторг, и ею тоже. Вот. Паровозик так себе. В нем, честно сказать, холодно, окошек нету. Ну и смотреть там не особо нечего. Вот. А вот гольф прям пришелся детям по душе. Ну и вот такой вилледж. С огнями, конечно, они тут постарались. 100%. Просто волшебная улица. Смотрите, аж до самого верха украсили. На каждую ветку повесили, фактически. Класс. Просто класс. Ну вот такая, наверное, будет концовка нашего вечера, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Пишите ваши комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Все, на этом будем прощаться. Такая получилась очень классная, на самом деле, прогулка. Вот. Самое главное, детям восторг. Погода, вот если по-нормальному так одеться, то, в принципе, вот сейчас чудесная. Не холодно, ветра особо нет. Не жарко. В общем, вообще отлично. Не хватает только снега. Но для того, чтобы был снег, было бы холоднее и было бы хуже. А так прямо вот вообще классно. Получилось так, что так. Здорово. Все, друзья, пока-пока. Увидимся в следующем видео.